Сегодня открылся съезд наставников города Минска. Вот такая тут выставка. Бачите, макеты. Усадьбы Теребежев. Брестская область, Столинский район. Вот. Выполнил учащийся 11-го класса Яцкевич Анастасия. Бачите, який макет девчинка зробила. Можете поглядеть, який чудовий она макет зробила. И вот оно тут у Минску национальной библиотеки выстава. Вот один макет, это Столинский район. Вот другий. Деревня Грушевка Ляховицкого района, Брестской области. Вот, ну, вот, бачите, який макет. Судовний, красивый макет, Кравцова Мария Андреевна, наученца 11 класса. Вот, зробила який чудовий макет. Молодець. І древо, бачите, які чудові древо. І помешкання. Ну, поглядем далі. А тут что? Ой, який дворец. Мядецький район, вёска Шеметова, Минская область. Вот такие дворы. Зробила ученица Гамеза Анна, тоже 11 класс. Вот, как красиво зроблено. А вот еще Витебская область. Коржуева Алина. Вот, тоже глядите. Вот ученица. И все девчонки. Знову Войтенко Татьяна Васильевна. Тоже девчонка это зробила. Ну, вот такая красота. И древо. И трава. О. Боже. Тоже девчонка. Одну девчонку. Так. А. Вот такие макет.
свадьба плавания. Вот и все.